быть день, друзья. О, смотрите, лежит под амудой папаня наших детей. Нашелся место по-богатому. Это что такое? Это наше счастье. Да? Целая лукошка счастья. Всем привет. Всем привет. Сейчас мы вам. Эй. Кто спал? Так, вот это вот чесаться. Скоро будем обрабатываться от блох. А так. Спускайтесь. Так, я так думаю, что Владик, вот ту коробку можно уже убирать. Какую? Вот сзади, которую, в которой они да? сидели, потому что они там не сидят. Оп. Отдавна. Самый кто шустрый? Кто самый сообразительный? Абрикос, персик. Ну? Болик, Лёлик, Дик. Мамка гуляет. Болик. Не, мамка не пришла. Лёлик. Ти-ти-ти-ти-ти, иди. Эх, какой у нас длинный хвост, уже красивый. Где там наша мама? Кс-кс-кс-кс. Завтра забирают песика. Эй! Зоя, спускайся. Так, туда пошли на улицу. Добрый день, Лялечка. Добрый день. Потерялась опять наша Мона Лиза. Видели возле кафе. Загуляла. С котом видели. Ляля говорит с директором. Кушали, была возле кафе. Кота видели на стоянке мы. Взяла опять молока. Пойду опять варить кашу на сушатом. Почему-то я думаю, что в этот раз так уже, да, позировала фотографу. Так уже на хвосту видела. Ищу Мону Лизу опять, опять. Мона Лиза была на кассе, мы приехали с полными сиськами. А когда она на кассе? Давно приехали? Так, сейчас поеду другим путем искать. Вот девочки сказали, что там ее нет. Все уже Мону Лизу знают. Еду сейчас. Ага, о, кто-то. Иду, иду. Еду, еду, не бегите. Добрый день. Что-то?
Можно с вами сфотографироваться? Можно, можно. Я на вашем канале уже давно сижу, я сейчас со Степкой обнималась, у меня такие тут косметические типа дела. Операция, да все, все теперь это... кожа расцветет, все натянется. Что вы, спасибо, все? Вам Аленочка, пожалуйста, сфотографируйте. Здравствуйте, да. Девочки приехали из Киргизии, чтобы посмотреть парк львов, Тайган, увидеть всех своих любимых. Киргизии, большой-большой привет, нас и там смотрят. Вы видите, друзья, какие эмоции незабываемые у всех, кого мы встречаем. Все улыбаются, наши подписчики, все счастливы. Так, сейчас пойду еще посмотрю, как там наши хотели сегодня с Владиком забрать кошку. Вот у которой остался один котенок, который нам показывает, где котята. Потому что котенок уже диковатый. Вы, друзья, спрашиваете, зачем забираем? Что лучше с кошкой? С кошкой они еще будут недолго. Ух, котенок диковатый. Сейчас, если мы время упустим, он потом уже все. Если до двух месяцев котята не знают человеческой ласки, потом, вы знаете, очень тяжело приучить. И к тому же у котят должен быть дом и любящие руки. Пока что нам удается. Завтра уезжает еще один котенок. Вчера уехал котенок, завтра уезжает. Поэтому у Монелизы останется два котенка. А еще один уезжает. Остается два котенка. Так что сейчас одного, может быть, еще вместе с кошкой заберем. Нету ни кошечки, ни котенка. Нет, к сожалению. Будем искать, как в том фильме. Цветут розы, тенистые аллейки, в парке не жарко. Поедем, посмотрим с вами, может, Монелизу и встретим. Хотела забрать кошечку вместе с котенком и кошку подкормить. Но у меня большие сомнения, что кошка приживется. Они привыкают в парке гулять. Посмотрим. Так, все. Еду домой. Все сказали, кто видел, что она была серым котом. Это ничего хорошего не предвещает. Этих-то почти раздадим. Но я так понимаю, что Мона Лиза нашла жилье и пошла, думаю, чтобы точно не потерять это жилье, нужно еще родить котят, чтобы застолбить за собой недвижимость. Солнце, конечно, дни жаркие. Букет у нас какой шикарный. Целый день поливается, поливается, поливается. Сейчас думаю, вдруг я приеду, и она дома кормит. Своих котят. Завтра отдадим еще одного, будет легче. Так, а у нас еще одна женщина хочет местное забрать. Рыженького котеночка. Сейчас я вспомнила. Она попросила, чтобы он ходил в туалет, уже мог. И кушал. Он все это прекрасно делает. Сейчас будем пристраивать.